Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Сродки для развития бизнеса. Конкурс предпринимальников стартує на Гомельщині. Житковичі протягують рыхтаваться до обласних дожинок. У парадок приводять у тым ліку об'єкти соціальної сфери. Актуальные проблемы, которые хвалюют сучасное громадство. У Гомеля стартовали областные покровские читания. А зараз об гэтым и іншым больш подробязна. Завтрашнего дня на Гомельщине стартует конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства. И он протягнется до 24 листопада. Удельники отримают субсидии для частковой компенсации процентов за користание банковскими кредитами, а так само выдатков на выплату лизинговых платежей. Для этого конкурсанты повинны представить инвестиционные проекты, накированные на развитие вытворчести товаров и послуг. Обовязковая умова створения новых працовных местов. Господарки Гомельской области завершили уборку льна. Урожай склав больше за 13 тысяч тонн, что на 11% превышает минулогодний показчик. До местов захования звезено 99% урожаю. Объем нарыхтованной трасты вырос за кошт повелишения урожайности, якая у сярэднім по области склала больше за 33 центнера с гектара. У 2016 годе для поравнания 28 центнеров. Выше за прошлогодний урожай льно семян, что дозволит полностью обеспечить потребы региона на наступный год. Вырошиванием культуры на Гомельщине занимаются у 6 районах. Самые великие площади палеткаў у Кармянскім і Будакашалёўскім районах. Гэта абумоўлена размяшчэннем ільнозаводаў і вытворчых участкаў, дзе перапрацоўваецца сыравіна. Комитет державного контроля в Гомельской области 31 кастрычника проведет с жыхарами региона одразу несколько горячих телефонных линий. С 10 до 11.30 специалисты откажут на питание предоставления организациями в области полноты и якости жилево-коммунальных послуг по отеплению и горячим водозабеспечениям. С 11 до 12 годин можно звернуться по проблемах, связанных с гандлевым обслуговыванием у розничной сетцы. А с 12 до 13 годин по пытаниях наведения парадку на земли. Специалисты Держконтролю уважливо выслухают каждый зворот и знайдут решение в рамках компетенции контрольного ведомства. Сегодня у Гомеля на улице Свиридова можно было назирать новый фонтан. Однако не новый объект экстерьера, а слуп воды, который бил с канализационного люка. По словам супрацовников МНС, аварийного прорыва трубопровода у дадзены выпадку не было. У гэтым месте как раз размещается пожарный гидрант. У Гомеля таких гидрантов наличивается маль 4,5 тысячи. Как правило, их выкористовывают выратовальники при необходимости тушения пожару для отбора воды из водопроводной сетки. Кожные полгода все гидранты проверяются специалистами МНС на предмет справности. Так сегодня плановой проверке был подвержен гидрант как раз на улице Свиридова. У процессе выпробования выявлена несправность, после чего на место были выкликаны спецслужбы, которые за личные хвилины спынили протекание воды. Зараз завершаются работы по обновлению справности обсталявания. До речи, поломки гидрантов фиксуются вельми редко. Как правило, это отбывается за износу деталей. Завтра областным онкологичным диспансеры супрацовники МНС проведут в учении. Суместные тренировки врятовальников и медицинских работников распачнутся у 10 годин. По легенде, умовное узгарание отбудется у подвале головного корпуса. Огонь охопит 150 квадратных метров медустановы. На боротьбу с ним накируют амаль 21 техники. Еще раз нагадаем, что это в учении, тому просьба жыхару областного центра не полохаться. Житковичи рыхтуются до проведения областных дожинок 2017. Згодно с решением облвыканкама, свято працаўнікоў вёскі пройдзе 17 листопада. Хоть у парадок приводятся не только объекты, которые имеют дачынение до аграрного сектора. Олег Сентюров наведал районную больницу, где проводится полная реконструкция дитячего отделения.
Роботи по добропорядкуванню сьогодні на Гомельщині не спиняються. Починали ранньою весною у Овєцці, зараз протягують у Гомелі. Але бодай самий значний об'єм виконаний у Житківичах, столиці обласних дожинок 2017. Вулиця, школи, центральний парк, автостанція. Новий вигляд у Житківичах набуває літерально уся інфраструктура. Достатково значний об'єм робот запланований і у районній больниці, одної з старіших місцевих установ. Увогулі першу больницю у Житківичах побудували на початку 1900-х. Зараз той будинок не заховався, але як своєособливий пам'ятник того часу на території райбольниці росте прикладно 150-годовий дуб. Сучасна районна больниця – медицинська установа, яка відповідає усім потребуванням. Сьогодні у 7 відділеннях оказується практично вся необхідна допомога, за виключенням лечення рідких і особливо складних захворювань. У таких випадках хворих накеровують обласні установи. Ми дітей відправляємо вищестоящі, в Гомель, наприклад, якщо ребенок... Наша больница не может оказать ему помощь. То есть требуется оказание специализированной помощи, то есть которая у нас даже не запланирована. То, что касается состояния нашей больницы, какая помощь должна у нас оказываться, у нас все имеется, все оборудование, все лекарства. И формы, которые в суспензии пероральной, формы инъекционных антибиотиков, физиолечения, ингаляции у нас всевозможные проводятся. Дитячому отделению зараз особливая увага. У селяким разе именно тут проводятся самые масштабные работы. При этом у больницы не выкористовываются ни одного бюджетного рубля, а притягнули сродки замежных инвесторов. Больше 70 тысяч евро у рамках отповедного проекта предоставил немецкий доброчинный фонд. До речи, 2 года тому этот фонд за сродки, собранные жахарами Германии, подорвал жидкость районной больницы сучасный фиброгастроскоп. Мы закупаем за их средства материалы, и наши рабочие производят ремонтные работы. Ну и, естественно, каждую пятницу мы отчитываемся перед немецкой стороной о израсходовании материалов, о том, что мы выполнили, и планы на следующую неделю. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні у Гомельській області стартували покровські читання. Обмінятися думками у студії облвиконкоми районних виконавчих комітетів запросили представників установ едукації, православних священників, работников прокуратури і відділу ідеологічної роботи. Непосередньо у Гомелі покровські читання проходять уже 14 раз. Правда, тепер вони називаються уже не городськими, а обласними. На цей раз читання пройшли у режимі відеоконференції з уділом усіх районів в області, так само Гомельської і Туровської єпархії, Білоруської православної церкви. Об найбільш актуальних проблемах, які хвалюють сучасне громадство, можна міркувати по тематиці докладу. Моральні каштовності і будуче чоловіцтва, школа і церква у епоху тотального спокусу, до чого приводить аморальність у молодіжному осяроді, опошні тенденції. Зроблені виводи будуть використовуватися у діяльності установ едукації і православних приходів. Вот эти ценности мы предлагаем, чтобы молодые люди сегодня узнали и созидали свою жизнь на основании этих ценностей, чтобы евангельское повествование легло в основу фундамента их жизни. Надо возвращаться к своим корням, к своему воспитанию, к нашему православному христианству. На президиумі Гомельського обласного совету ветеранів сьогодні подвели попередні виніки роботи за год, обміркували фінансові питання, визначилися з проєктом бюджету на 2018. Зараз серед жихару Гомельської області амаль 370 тисяч ветеранів. Причим ветеранів Великої Чинної війни засталося усього каля 700 чоловік. Допомогти кожному, хто має потребу, задача районних ветеранських організацій і обласного совету. Причим часто людям необходимо не столько вырашение неких финансовых проблем, кольки живые взносины. Что до финансования, то оно державное и ожитявляется по особной программе. Коли гэтых сродков не хапая, то помогают выконкамы и спонсоры. Частей за все на их долю припадая каля 30% финансовых сродков. Сёлета ветеранские организации смогли выконать усе задачи и год лічить для себе поспяховым. Мы выполнили практически все наши планы. А наши планы какие? Это общение с ветеранами, посещение районов, ветеранских организаций, особенно первичных, где редко бывают вышестоящие иногда руководители наши. Поэтому мы стараемся там быть, чтобы узнать о нуждах людей, где-то упредить какие-то вопросы, которые ветераны самостоятельно не могут решить.
У обласным центры працуе незвычайная школа. Яе вучні – люди розных узростаў у сфер дзейнасці. А ў ліку настаўнікаў – психологи и педагоги, якія рыхтуюць професійных волонтёраў. Заснавальнікі навучальнай установы – гомельскі дом-інтернат для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі психофізічнага развіцця, гарадская арганізацыя БРСМ, гомельскі завод «Ліця і нармаляў» і дабрачыннае грамадскае аб'яднання «Свет без межаў». Сацыяльны праект накіраваны на падрыхтоўку валанцёраў да рэалізацыі сацыяльных праграм. Курс навучання бясплатны, разлічаны амаль на 3 месяцы. Сярод слухачоў старшакласнікі, студэнты, выхавальнікі, тэхнічны персанал, кіраўнікі і тыя, хто толькі знаходзіцца ў пошуку працоўнага месца. Першая група з 18 чалавек ужо прыступіла да заняткаў. Праграма навучання ўключае 3 спецкурсы: асновы валанцёрскай дзейнасці, тэарэтычную падрыхтоўку па 5 напрамках і практычную частку, якая будзе праходзіць ужо на базе дома-інтэрната ў Снежні. Заняткі ў форме семінараў, трэнінгаў, творчых мерапрыемстваў, тэматычных гульняў і дыскусій. Завершыцца навучанне выніковым семінарам, на якім вучням трэба будзе здаць экзамены. Пасля выпускнікам уручаць сертыфікаты. Нельзя зайти в закрытое учреждение, просто перешагнув порог этого учреждения и сразу погрузиться в волонтерскую деятельность. Потому что климат, который там окружает, он действительно влияет на каждого человека, ведь мы же все живые, да, и с эмоциональным выгоранием и с большой психологической неустойчивостью пришлось столкнуться, приводя практически каждого волонтера в чувство. Кто-то просто убегал и говорил: я больше этим заниматься не буду. Поэтому на сегодняшний день в команде есть ряд психологов, которые обязательно выезжают с группами, которые работают в стационарных учреждениях. Собственно, и разрабатывали эту программу обучения. Естественно, что мы отталкивались от потребностей самой группы, группы волонтеров. Очень долгое время я сама была волонтером, могу поделиться. Вот. И также мы будем привлекать, естественно, к работе специалистов из самих домов-интернатов, которые непосредственно каждый день в своей работе сталкиваются с работой с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. И ну, они будут самые, вот, наверное, активные наши педагоги. У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбылася творчая сустрэча з народнай артысткай Беларусі Галінай Паўлянок. Госці вечара даведаліся аб жыццёвым і творчым шляху выдатнай вакалісткі, пачулі пранікнёныя музычныя творы ў яе выкананні. Мерапрыемства было арганізавана ў рамках культурна-інфармацыйнага праекта «Гомель у асобах», закліканага знаёміць жыхароў абласнога цэнтра з таленавітымі землякамі. Галіна Паўлянок – народная артыстка Беларусі, лаўрэат прэміі прэзідэнта краіны за духоўнае адраджэнне, вядучы майстар сцэны і мастацкі кіраўнік Гомельскай абласной філармоніі. З ранняга дзяцінства яна палюбіла музыку і ўсё сваё жыццё прысвяціла сцэне. За плячыма артысткі Гомельскае музычна-педагагічнае вучылішча, Ленінградская кансерваторыя імя Рымскага-Корсакава, гады працы салісткай оперы Новасібірскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета. Без малога 40 гадоў Галіна Паўлянок працуе ў Гомельскай абласной філармоніі. Прафесіяналізм, выдатныя вакальныя дадзеныя, вялікі сцэнічны вопыт дапамаглі ёй заваяваць любоў слухачоў як у нашай краіне, так і далёка за яе межамі. Кожнае выступленне артысткі – сустрэча з высокім мастацтвам, якая дарыць слухачам самыя яркія і шчырыя эмоцыі. Між тым, за такім вялікім поспехам упартая мэтанакіраванасць і бесперапынная праца над сабой. То, что ты получил в консерватории, это все должно тебе сейчас помогать. Но ты, человек сам еще работает много. Это огромный труд. Повседневные, будем говорить, даже если я не пою, это не значит, что я не работаю. Все равно у меня мозги только направлены на это, как бы где-то там параллельно с жизнью идут. Потому что, как и у вас, тоже вы только этим живете, это ваша работа. Поэтому работа – это важно очень. Именно которая по призванию работа, она очень ценна. Потому что человек, который по призванию работает, он счастливый человек, я считаю. Начные заморозки и первый снег чекают гамельчан сегодня уночи, поведомляют синоптики. Апошняя декады кастрычника на 2 градуса ниже за климатичную норму.
так, у першой полове тыдня дзённая температура не поднималась выше 4 градусов тепла, а ночью были заморозки. Уже у пятницу чакается потепление. Метеорологи лічаць, что слупок термометра узнімецца до плюс 10. Нагадаем, у минулом годе перший снег у Гомеле выпал 26 кастрычника и стал сапраўднай нечаканостью. За сутки в областном центре было зафиксовано больше за 30 ДТЗ. Дзяржаўтоінспекцыя рекомендует водителям загадзя падрыхтавацца до неспрыяльных умоў надвор'я и поменять у авто летние шины на зимовые. На гэтым выпуск завершаны. У студии працавала Марына Джалая. Усяго добрага и до сустрэчы у эфиры.